Всем привет! Сегодня 27 января. И позавчера Ниву привезли. Надо менять пороги. Правую сторону я вчера поменял. Сегодня буду левую сторону менять. Это именно та Нива, с которой летом движок капиталили. На канале тоже есть. Ну так, вкратце просто показал, из-за чего и как начали капиталить. Вот, в общем, снял двери. Двери лучше снимать. Лучше 15 минут потратить на двери, чем потом 2 часа тут бегать, двери открывать, подливать, варить. Очень неудобно. В общем, двери держатся вот на таких вот кренделюшках. Вот они, вот снизу они сюда втыкаются. Их снимать очень просто. Круглогубцами. Чуть-чуть отворачиваем сюда. Круглогубцы сюда засовываем. Вот так вот, как бы поворотом. И на себя. Вот. Их тут две штуки. Сверху и снизу. На петлях тут болтик, ну и штекер, разъем, и все, пожалуйста, дверь снялась. Задняя дверь чуть похуже, нужно будет обшивку снимать для того, чтобы вот этот вот провод вытащить. Когда провод будешь вытаскивать, еще вот эти вот пентелюшки мешаются вот сюда вот в отверстие, это, ну, не можешь вытащить, мешает вот это вот тут, как это называется, ну, для стекла, короче, которая рейка ходит. Вот этот вот паз, чтобы снять, надо вот этот вот болт еще открутить. И аналогично тут болты и эти штучки тоже сняли, все. Ну, здесь тоже сгнило. Заплатку будем делать. Заплатку сделаем. Потом сюда с шовным герметиком все промажем. И мовилем плотненько. Ну, конечно, сначала эпоксидным грунтом, потом этим шовным герметиком. Все швы. Потом мастика. Вот, вот так вот. Здесь, ну, этот порог вчера обработал. Эпоксидный грунт, обычный грунт и антигравием. Некоторые места сейчас поцарапал, тоже по новой обработаю. Так, как поставить порог? С порога на глаз пока все лишнее отрезаем, что не надо. Потом берем сам порог. Примеряем. Примеряем. Вот, как видите, я уже примерил. Он у меня уже, ну вот, сейчас покажу. Вот тут уже линия у меня есть, по куда я буду резать. И от этой линии я беру на миллиметр, на полтора, чуть ниже. И отрезаю все лишнее. Опа. Вот. Так. Ну, здесь, конечно, все очищается цинкарем. Грунтовкой, потом мастика, это понятно само собой. Что я хотел бы еще показать. Вот этот порог китайский, он стоит 2500. Блин, если есть деньги, покупайте лучше оригинал. На той стороне у меня оригинал стоит, но порог стоит 3800. И он отличается. Вот этот порог чуть короче оригинального. Так, еще отличается вот этими вот гранями. Придется подогнать сюда шпатлевочки и... Вот. Потом что еще? Вот тут есть на родной вот такая штучка. Это нужно для того, чтобы порог сюда положили и закрепили, чтобы она не падала. Ну, здесь этого нету, придется на саморезы втыкнуть. Вот. Как-то так. Так, как внизу варил? У меня где-то струбица есть. Вот струбица. Струбицей вот так вот закручиваю и с обеих сторон проварами провариваю. Так, в принципе, все. Особо ничего сложного нет. Тихонечко, помаленечку сделаем. Но я здесь не стал снимать крыло. Здесь оно хорошее, плотное. Вот. Еще есть такой баллончик у меня. Вот такой вот. Я ее брызну. А, нет, не этот. Вот он, вот. Его брызну и прямо по этой краске буду варить. Это против ржавчины, чтобы там не ржавело внутри и снаружи. Так, что еще хочу показать. Вот вчерашний порог, который поменял. Вот как он выглядит. Все аккуратненько, все красиво. Снизу промазал мастикой еще. То есть получается, защита у нас что? Эпоксидный грунт.
акриловый грунт, антигравий и еще снизу вот здесь вот мастику промазал. Вот все аккуратненько, красиво выглядит. Вот так вот. Ну, здесь эта мастика висит, цапля. Вот как-то так, в общем. Вроде все рассказал подробно. Ну, не буду уже показывать, как там шпатлевать, как там варить. Варю обычным интерсколовским. Да, кстати, еще швы счищаю вот с таким вот, вот такими вот кругами от болгарки, которые остаются. Здесь их 3 штуки. Не выбрасывать, очень хорошо вот эти вот швы расчищать. Вот так вот положил, допустим, да, на болгарочку. И здесь вот фаска есть. Вот этой фаской я вот так вот вниз закручиваю. Ну, тут этот пространство есть. Как раз фаска вот эта вот не дает вот этому кругу болтаться. Вот и, пожалуйста, вот так вот я счищаю вот эти вот швы. Ну, есть такой круг, но с ним очень долго. Он металл греет, металл слабевает. Вот, неудобно. Редко когда пользуюсь им. Лучше одену 3 штуки вот таких вот, чем вот, вот этим вот буду пользоваться. Ну, вот это нужно для того, чтобы вот здесь вот краску сбить лишнюю. Таким вот образом. Обычный коралловый круг. Обязательно пользуюсь очками, когда я работаю в болгарке. Жизнь научила. Вот. Так, все, в принципе, весь материал, весь инструмент я показал. Угу. Так, так. В принципе, все. Все. Ну, поднял на домкраты, чтобы лучше можно было работать здесь. То считайте, с домкратами вот где-то вот так вот бы было, на 20 сантиметров ниже порог. Здесь, конечно, лучше работать. Ну вот, в принципе, все. Всем спасибо, всем удачи.